А в правительстве реорганизация. Президент подписал указ о создании Министерства водных ресурсов и ирригации, а также реорганизации Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Его разделят на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан. И еще созданы Министерство культуры и информации и Министерство туризма и спорта Республики Казахстан. В связи с этим освобождены от занимаемых должностей 4 министра. Марат Карабаев, Асхат Уралов, Зульфия Сулеймен и Дархан Кадырали.